Одаренным детям денежное поощрение. Уже 10 лет исполнилась традиция награждать День знаний талантливых ребят. 2007 года лауреатами муниципальной премии стали более сотни школьников. В эти минуты мы испытываем большую гордость за систему образования города Ярославля. Вы видели, какие великолепные, прекрасные ребята вместе с нами здесь, в Адриане. Мы горды тем, что они достигают вершин и звезд в тех областях, которые они выбрали для себя. Максим Власов стал победителем в номинации «За успехи в творческой деятельности». Денежную премию он планирует направить на покупку оборудования для звукозаписи, чтобы записывать свои песни. Это позволит пополнить копилку достижений, которых у юного вокалиста уже немало. Я перечислю, пожалуй, самые главные, самые значимые. Это, конечно же, участие в телевизионном проекте «Синяя птица» на канале «Россия», которые показывались по телевидению в ноябре прошлого года, а также концерты в храме Христа Спасителя в Кремле на Красной площади 12 июня, когда был День России, я выступал с Филиппом Киркоровым. Сергей Груздев занимается спортом уже 6-й год. Число медалей, завоеванных на всевозможных соревнованиях, по ушу близится к сотне. На что потратить полученную премию, Сергей знает точно. На поездки следующие, но более сложные, которые, чтобы не занимать там у кого-нибудь денег, а потратить их на свое развитие. Также в этот день не остались без внимания ребята, которые все лето не только принимали участие в мероприятиях, организованных учреждениями дополнительного образования, но и сами проводили интересные акции. По подсчетам, свыше 14 тысяч детей в этом году провели свое лето активно. Любовь Подчерникова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.